И в заключение любопытная информация. Ноябрьск пополнил черный список известного дизайнера Артемия Лебедева. Он составил перечень городов-нарушителей авторского права. На своей странице в ЖЖ популярный блогер опубликовал целую статью, посвященную своей работе. Напомню, одним из последних дизайнерских шедевров Лебедева стал знак, с которым все фотографируются. Официально такие таблички установлены в 32 городах России. В нашем же городе необычная табличка появилась рядом с автосервисом. Как сообщили новостям нашего города, по телефону специалисты студии Артемия Лебедева, на ее установку не было получено официального разрешения. Правда, уточнили, что такая заявка от Ноябрьска пару лет назад все-таки поступала. Однако впоследствии заказчик и исполнитель разошлись во взглядах и сотрудничество прекратили. В общем, незаконный знак, с которым все фотографируются, в Ноябрьске простоял всего месяц. Правда, сегодня мы обнаружили, что он куда-то бесследно исчез. Мы его убрали и как бы не хотим вообще тогда приобщаться к такому делу, как бы себе заработок делаем. Мы думали, что делаем хорошее, что для горожан, для всех, как бы, ну, теперь нам придется тогда просто придумать своей командой что-нибудь свое, как бы, ну, чтобы даже перепнуть, наверное, этот знак. Мы сделаем что-нибудь свое, хорошее, в ближайшее время, как бы. Хотим все равно украсить свою территорию.